to už один раз сказал, что День Европы для Чехии – это один, как из наших национальных праздников, потому что это членство в Евросоюзе, это уже стало частью чешской идентичности. Это связано с многими возможностями, которые открылись с того момента, когда Чехия стала частью Евросоюза. Значит, я думаю, День Европы – это возможность подумать об этом, подумать о наших отношениях с нашими соседами, с другими европейскими странами.